Добрый вечер. В эфире телеканал «Осетия Рештон». Информационная программа «Новости» в студии Марина Караева. И вначале о самом главном. Основная задача, вторая, это сделать все, чтобы эти поручения превратились в конкретные мероприятия. Исполнение поручений президента России Владимира Путина стало ключевой темой на аппаратном совещании. Всего подготовлено 9 поручений, еще 3 на очереди. Оборудование отечественного качества. Подрядчики обещают справиться с работой за 1,5 месяца и гарантируют, новый лифт будет гораздо безопаснее старого. В Владикавказе начали работы по замене лифта в многоквартирных домах. Всего в республике обновят 100 подъемников, которые предоставит Карачаровский механический завод. Мы смогли организовать все, вплоть до оформления, до наградного материала, футболки для детей, медали. В спорткомплексе «Манеж» прошли веселые старты для детей с синдромом Дауна. Всего в соревнованиях приняли участие 70 ребят. Для них организовали и концертную программу. Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии. Об этом сообщил председатель парламента республики Алексей Мачнев. Владимир Путин предложил на пост главы региона кандидатуры Сергея Миняева, Валерия Балякоева и Медеи Элдзаровой. В парламент республики Северная Осетия Алания поступило представление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на имя председателя парламента. На основании федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, президент Российской Федерации представляет кандидатуры для избрания на должность главы Республики Северная Осетия Алания Балякоева Валерия Тазетовича, председателя комитета парламента, депутата парламента, Миняева Сергея Ивановича, временно исполняющего обязанности главы Республики Северная Осетия Алания, Эльдзаровой Медеи Багратовны, депутата парламента Республики Северная Осетия Алания. Представление зарегистрировано в парламенте Республики Северная Осетия Алания, и мы начинаем работу по организации и проведению заседания парламента по выборам главы Республики Северная Осетия Алания, которое состоится в единый день голосования 19 сентября текущего года. Исполнение поручений президента России Владимира Путина стало ключевой темой на аппаратном совещании. Его провел в Рио главы республики Сергей Миняйло. По итогам недавней встречи уже подготовили 9 поручений, на очереди еще 3. Руководитель региона призвал органы исполнительной власти активнее включаться в работу. Поручения президента Российской Федерации после встречи вышли. Это пока 9 поручений, но готовится еще 3. Основная задача, вторая, это сделать все, чтобы эти поручения превратились в конкретные мероприятия с конкретными ответственными должностными лицами со стороны органов, федеральных органов исполнительной власти и наших, всех уровней причем, и заложить под них соответствующее финансирование. Это тоже сложная очень задача, но выполнить. На повестке дня и эпидобстановка в регионе. По словам Сергея Миняйло, нельзя ослаблять контроль, пока ситуация не станет стабильной. Обсуждались также вопросы диспансеризации и вакцинации населения. Так, в ближайшее время в районах республики начнут работать выездные мобильные бригады. В Рио министра здравоохранения республики Суслан Тебиев сообщил, что свыше 1000 комплектов спецодежды выдадут работникам скорой помощи. Еще один важный вопрос – наличие медицинского кислорода в медучреждениях. Он поступает в республику без перебоев. А ремонт кислородной системы в КБСП планируют завершить через месяц. Следующий пункт – актуализация земельных участков. Руководитель республики потребовал активизировать работу по возврату в республиканскую и федеральную собственность земель, которые не используются по назначению. Сергей Миняйло поручил до конца недели разработать единую кадастровую карту, в которую внесут перечень земельных участков и их владельцев.
Об исполнении поручения Сергея Миняйло отчитался и в РИО министра ЖКХ топлива и энергетики Майрон Тамаев. 12 школ обеспечены отапливаемыми санузлами к началу нового учебного года. Он также сообщил, что в селах Елбаево и Цалык завершены работы по обеспечению питьевой водой. До конца следующего месяца проблема с водой будет решена и в Заманкуле. Глава Министерства экономического развития республики Казбек Тумаев покинул свой пост по собственному желанию. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель региона Сергей Миняйло. На должность в РИУ министра экономического развития будет назначен Заур Кучиев. 1 сентября вступает в силу закон о гаражной амнистии. Владелец сможет не только узаконить права на строение, но и бесплатно получить землю под ним. Большинство из гаражей построено давно, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут быть проданы или переданы по наследству. Теперь можно легализовать капитальный гараж, построенный до 29 декабря 2004 года. Комплект документов нужно подавать в местную администрацию. Гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026 года. С 1 сентября изменения коснутся и больничного по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет. Теперь он будет оплачиваться в размере средней заработной платы, независимо от страхового стажа родителей. Ранее пособие в полном размере могли рассчитывать лишь те, кто отработал более 8 лет. Сумма не будет зависеть и от того, как лечился ребенок амбулаторно или стационарно. Новая мера в первую очередь направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели заработать себе нужный стаж. Во Владикавказе прошла очередная акция по донорству костного мозга в рамках проекта «Донор Кавказа». Организаторы – благотворительный фонд «Быть добру» и медицинский центр «Мега». В этот раз 15 человек из республики стали потенциальными донорами костного мозга для онкобольных. Полученный материал отправят в лабораторию, а после проверки – в национальный регистр. Отметим, акция проходит во Владикавказе 5 лет. Всего в ней приняли участие более 1000 человек, а клетки 4 из них пересадили пациентам с лейкозом. Инспекторы городской дорожно-патрульной службы провели на дорогах Владикавказа рейды по выявлению несовершеннолетних водителей. Цель мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и сокращение несчастных случаев с участием детей и подростков. В ходе проведенного рейдового мероприятия полицейские также раздали буклеты, содержащие актуальную информацию по предупреждению нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. С очередным рейдом сотрудники регионального Роспотребнадзора отправились по торговым точкам Владикавказа, чтобы посмотреть, соблюдают ли там санитарные требования. Правила для всех одни и уже хорошо известны – носить маски, придерживаться социальной дистанции и пользоваться антисептиками. Выявили ли нарушения, расскажут мои коллеги. Роспотребнадзор продолжает профилактические рейды. Специалисты ведомства регулярно проводят мониторинг по соблюдению санитарного режима в торговых объектах республики. В этот раз сотрудники Роспотребнадзора проверили, не нарушаются ли санитарно-эпидемиологические требования в магазинах города. В ходе рейда сотрудники отметили, что в ювелирном магазине и продавцы, и покупатели без масок. Нарушения тут же фиксируются. Следующий объект – супермаркет одной из торговых сетей. Кругом предупреждающие плакаты. На входе дозатор со спиртосодержащей жидкостью. На стойке антисептики и маски. Большая часть посетителей соблюдает масочный режим. Администрация магазина следит за соблюдением предписаний. Несмотря на жару и духоту, покупатели относятся к вынужденным мерам с пониманием. Ношение масок, я считаю, обязательно не только для себя. Я чувствую не только себя защищенной, но и считаю, что я не распространю заразу тоже. У нашей семьи есть пострадавшие от этого вируса, и поэтому я за ношение масок везде. Тем не менее, есть несознательные граждане, которые игнорируют предписания контролирующих органов. Руководство супермаркета старается довести до них информацию о необходимости соблюдения санитарного режима. Нами были предприняты все меры безопасности, которые предписывают нам соответствующие органы, и в том числе масочный режим. Он в полном 100% понимание этого вопроса применен к нашим собственным сотрудникам и максимально пытаемся это применять и к нашим покупателям. В ближайшее время подобные рейды по республике будут продолжены. Хочу отметить, что администрация магазина относится к выполнению требований именно санитарных норм довольно ответственно. И поэтому я полагаю, что их даже за это можно и похвалить.
При посещении торговых центров и магазинов не забывайте надевать маски и обрабатывать руки антисептиком, потому как соблюдение элементарных норм безопасности и гигиены поможет сохранить здоровье вам и вашим близким. Федор Сухарников, Владимир Кокоев, Хетак Плиев, Новости Осетии. На верхние этажи с комфортом теперь будут подниматься жильцы дома на улице Даватора 11. Там начались работы по замене старых подъемников, которые уже давно отслужили свой срок. Всего в этом году заменят 100 лифтов. Их на безвозмездной основе предоставит и установит Карачаровский механический завод. Какие особенности у новой техники, расскажет моя коллега Сабина Гатакова. В доме на улице Даватора 11 работа кипит сразу в четырех подъездах. Бригада меняет старые лифты, обновляют все кабины, подъемный механизм, тросы. Необходимость назрела давно, признаются жители девятиэтажки. Лифт выходил из строя несколько раз в месяц. Подъемники уже отслужили свой срок. По нормативу это 25 лет, а в реальности отработали около 40. Лифты были, как сказать, в ужасном состоянии. В кабины садиться было очень неприятно. Я все время сама звоню. Ко мне люди прибегают и говорят: Валя, лифт не работает. Вот я набираю, пожалуйста, будьте добры, приезжайте, отремонтируйте. Вот у нас один лифт в четвертом подъезде. Через день я туда вызывала. Карачаровский механический завод обеспечил республику не только лифтами, но и монтажниками. Сейчас их 11. К концу недели прибудут еще 20 специалистов. Бригада работает ежедневно с утра до вечера. Чтобы ускорить процесс, выходит даже на выходных. Новое лифтовое оборудование отечественного качества. Подрядчики обещают справиться с работой за полтора месяца и гарантируют, новый лифт будет гораздо безопаснее старого. Здравствуйте, расскажите, вот в чем уникальность нового лифта, чем он будет безопаснее старого? Мы старый лифт будем менять, новый все поставим, любой деталь меняем, прям любой. Ну, новый лифт хороший, к чему, понятно, старый, да, красивый кабина будет, и страховка, этот тормоз новый будет. Решить многолетнюю проблему удалось благодаря договоренности в РИО главы региона Сергея Миняйло с руководителем Карачаровского механического завода Александром Дзиовым. Республике безвозмездно предоставят 100 лифтов. 92 из них предназначены для многоквартирных домов столицы, 8 для медучреждений. 7-я поликлиника. Один лифт – это первая поликлиника города Владикавказа. И три лифта – это в Моздокском районе, два в районной больнице и один в поликлинике Моздок. Наши специалисты будут контролировать ход работ до сдачи Ростехнадзора. На сегодняшний день в республику доставлено уже 49 подъемников. В ближайшее время ждут еще 51. Работы проходят также на проспекте Коста. Список формировался обслуживающими компаниями совместно с администрацией Владикавказа. Сабина Катагова, Хетак Апоев, Новости Осетии. В современных и комфортных условиях теперь будут обслуживать пациентов в амбулатории селения Дзорикау. В этом месяце строители завершили внутренние отделочные работы на объекте. Сейчас ФАП полностью готов к эксплуатации, осталось завести необходимое оборудование. Из Алагерского района материал Эллады Цукаевой. Каждый день амбулаторию в селе Зуарикау посещают более 20 человек. В мае текущего года здесь начался ремонт по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. А уже в августе были завершены внутренние отделочные работы. В медучреждении стало комфортнее, признаются сельчане. Условия сейчас очень хорошие. Приходим с удовольствием. Желаю, конечно, чтобы мы пореже приходили сюда, но приходится приходить. У нас молодой врач Хаматов Марат Русланович. Мы им очень довольны, хотя он и молодой, но в любой момент к нему можно обратиться. И он окажет любую помощь, даже вплоть до того, что на своей личной машине может отвезти даже в город или в Алагир, если понадобится. Радуют новые условия и Любовь Цупанову. Она работает медсестрой 72-го года. Она была в очень плохом состоянии. Старое здание, как люди построили, оно уже было ветхое. Окна, все, двери, все было плохое. Ну, мы сами делали ремонт каждый год. Делали сами, белили, красили, приводили в порядок. Сейчас процедурный кабинет очень хороший стал. Автомобиль сразу дали врачу. Вот это Нива, неотложная медпомощь. В некоторых кабинетах пока отсутствует необходимое оборудование. Предстоит еще благоустроить территорию и обновить фасад здания. А сейчас врачи довольны тем, что могут принимать пациентов в отремонтированной амбулатории. Произведен капремонт, заменена вся электрика, трубы, канализация,
полностью отремонтированные комнаты, что до штукатурки. Мы там оборудовали одну комнату под операционную, процедурный кабинет, ординаторская. Ну, их еще нужно дооборудовать и столами, стульями. Активно в амбулатории идет и вакцинация населения. Все желающие могут привиться на месте, не выезжая специально для этого в другие населенные пункты. Лада Дзукаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Центр «Мой бизнес» республики присоединился ко всероссийской акции «К школе готов». Приурочена она к началу нового учебного года. Акция проводится в рамках благотворительного движения «Мой бизнес помогает». Инициатором выступило Министерство экономического развития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес» и некоммерческим сектором. Основная цель – помочь малообеспеченным семьям подготовить детей к школе. Присоединиться к акции могут не только предприниматели, но и все неравнодушные люди. В фойе центра во Владикавказе на улице Шмулевича, 8, установлена специальная коробка, где можно оставить новые игрушки, одежду, обувь для детей. Для школы-интернат «Надежда» были приобретены все необходимые школьные принадлежности, в том числе альбомы, карандаши, фломастеры, тетради, ручки. Они в двойном размере, то есть в двойном комплекте на каждого ребенка. Погонять мяч во дворе или позаниматься на тренажерах. С пользой провести время детям можно на спортивной площадке у дома. Однако такая возможность есть далеко не у всех. В Северной Осетии наблюдается нехватка оборудованных спортплощадок. К примеру, за прошлый год построили лишь 14 таких сооружений, и это на весь регион. Наш корреспондент Федор Сухарников узнавал причины. Почти все летние каникулы мальчишки из селения Камбелеевское провели на этой спортивной площадке. Для ребят, пожалуй, это единственное доступное место для игр. До того здесь была заброшка, дом какой-то. Здесь была заброшка, потом ее разрушили. Бокс, футбол, борьба нравится. Здесь играем, здесь футбол играем. Баскетбол, да, играем. Мяч приносим и играем. Иногда бывают люди здесь. Бывают, приходят и баскетбол, то футбол, ночью футбол, фонарики включают. И играют в футбол, бегают вот здесь, это тренируются. Эта площадка, как и многие другие, появилась год назад на месте заброшенного дома. Проект был реализован по программе государственной поддержки. За последние три года в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы и федерального проекта «Спорт. Норма жизни» было построено 26 многофункциональных игровых площадок. И было построено 6 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это немаленькое количество на самом деле. И они были установлены в различных районах республики. Почти в каждом районе по несколько площадок. Мы за то, чтобы строить площадки. Мы за то, чтобы в каждом дворе были воркаут-площадки, маленькие какие-то площадки для мини-футбола. И данный вопрос, он прорабатывается. Работа идет, но этого в масштабах республики явно недостаточно. Владикавказ, спальный район Архонского шоссе. Практически вплотную к оживленной трассе играют дети. За ними пристально наблюдают родители. К опасному соседству здесь привыкли. Когда-то детские качели жители сделали самостоятельно. А вот о своей спортивной площадке уже и не мечтают. Проезжая часть буквально находится рядом. Мы детей одних не можем отпустить даже на 5 минут, вот как глаз да глаза ними нужен. Лежачих полицейских нету. 2-3 качели есть, а детей все больше и больше. Как видите, все наглядно, да? Здесь ничего у нас нет. И никогда не было. В здоровом теле здоровый дух. Ребята из этих многоэтажек вынуждены искать места для тренировок за несколько километров от дома. Негде заниматься, хотя мы с друзьями очень хотим. Вот, особенно в последнее время стали. Вот выходим утром, занимаемся, но не особо где есть место. Ближайшие футбольные поля, там, где можно поиграть, это на набережную надо тоже ходить, туда тоже не всех пускают. В соседних дворах ходим, но там турники есть, но они тоже в плохом состоянии. Очень много здесь жилых домов больших и спортивных площадок нету, где могут быть дети заниматься, физическую форму поддерживать. И мы очень хотели бы, чтобы у нас появилась своя спортивная площадка, чтобы вот могли выйти в свой двор, позаниматься, чтобы родители нас потом не искали, никаких проблем не было. В администрации Владикавказа о многолетней проблеме знают и стараются ее решать по мере возможности. Обращений по этому поводу много, по устройству и спортивных, и детских площадок. На сегодняшний день потребности, конечно, все не удовлетворены.
Но я как сказал, финансовых средств на это нужно много, потому что устройство только одной спортивной площадки, допустим, даже небольшой, 15 метров на 30 метров, это около 2,5 миллиона рублей стоит. Но эти деньги необходимо изыскивать в бюджете, а бюджет ограниченный во Владикавказе. Поэтому в одночасье во всех дворах невозможно установить ни спортивные площадки, ни детские площадки. Вопрос на контроле у активистов Общероссийского народного фронта. Ведется регулярный мониторинг спортивных и детских площадок. За последнюю неделю нами было промониторено более 20 детских спортивных площадок на территории Республики Северная Осетия Алания. Хочется отметить, что общее состояние всех площадок удовлетворительное, но есть так называемые недочеты, такие как отсутствие покрытия на детских и спортивных площадках. Ближе к закату завершается футбольный матч. Компания друзей собирается по домам. А я бы хотел, чтобы здесь был, в селе было две площадки. Но здесь пока это одна единственная. Федор Сухарников, Давид Битиев, Хетак Плиев. Специально для программы «В итоге». Показать свое спортивное мастерство смогли солнечные дети. Около 70 ребят стали участниками веселых стартов. Их провела общественная организация помощи людям с синдромом Дауна «Время перемен». В спортивном комплексе «Манеж» ребят ждала и концертная программа. К ней присоединилась и наша съемочная группа. Яне Бежесовой 11 лет. Вместе со своей сестрой она присоединилась к «Лету без границ». Размялась на зарядке с чемпионом мира по кикбоксингу Тимуром Айляровым и чемпионом Европы по тэквондо Сарматом Цакоевым. Соревновалась с детьми во время веселых стартов. Я не могу детям сказать «нет», и мне всегда приятно поработать. Я всегда открыт для общения, всегда принимаю участие. Вместе с Яной участвовали еще 70 детей. Инклюзивные старты впервые организовала Северо-Осетинская общественная организация помощи людям с синдромом Дауна «Время перемен». Нас поощрили субсидии Министерства соцтруда и развития. И вот на эти средства мы смогли организовать все, вплоть до оформления, до наградного материала, футболки для детей, медали. Все-все за счет инвентарь весь спортивный, благодаря вот этому ведомству, министерству. Помощь оказали и активисты российского движения школьников, Северо-Осетинский государственный педагогический колледж и Фонд социального страхования России. Содействие в организации летнего праздника оказали также меценаты Иналц Хаврепов, Сослан Сагеев и Артур Тасоев. Делаем вот так. Как отметила директор «Времени перемен» Альбина Кутаева, такие акции не только помогают социализации детей, но и дарят море положительных эмоций. Дана Малышева, Игорь Войцеховский, новости Осетии. На этом наш выпуск завершен. Эфир телеканала «Осетия Рыштон» продолжит программа «Вечерняя смена». Оставайтесь с нами.